Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Daewoo Matiz 2011 года выпуска. Двигатель 0.8 механика. Пробег на автомобиле не установлен. На этом автомобиле сегодня заменю втулки стабилизатора, которые у нас стоят со стороны рычага. И также заменю один рычаг с левой стороны, застучало шаровые. Оба менять не захотел. Меняем один. Вот так вот делает шаровые. Снимаю шплинт. Головка на 17. Также откручиваю болт шаровой опоры. Головка на 14. И сниму траверсу. Откручу спереди два болта на 14. Здесь гайка на 14 и болт на головка. Это все головка на 14. Здесь головка на 14, болты М8. А этот М6, головка на 10. А вот теперь откручиваю, пока брызну еще шаровую, пусть она откиснет. И откручиваю болт, вот этот передний. Головка на 14.
Да, беда. Беда с этим болтом. Он прокручивается вместе со втулкой сайлентблока. Ладно, что-нибудь сейчас буду думать. Буду резать сабельной пилой. Не могу я эту сторону отпилить. Ту сторону я отпилил от резьбы. Там болт был. А здесь со втулкой сайлентблока не сбивается. И вот она поюлозит. Втулка, видать, подкалена хорошо. Решил ослабить шляпку. Засверлился на троечку. Сейчас на пятерочку. А теперь на семерочку. Все, я высверлил болт, крутанул его и обломил. Теперь выкручиваем. Радует, хоть это выкрутилось, не пришлось ее сверлить и мучиться с ней. Ура! Все легко и просто. Беру новый рычаг. Рычаг фирмы Ситивер CQD1. Смажу сайлентблок, беру новый болт,
96 318 940. Отлично, входит нормально. Новый болт на шаровую опору. Номер его 94 500 853. Вот такой вот болт. Смазываю резьбу. Смазываю в сайлентблоке внутри. Также смажу болт. Здесь сейчас у меня свободно заходит, потому что раздраконил все. Гровер одеваю. Одеваю шаровую опору. Перед этим резьбу тоже смажу. Смазываю болт и наживляю. Подтянул, ослабляю, затягиваю шаровую опору. Этот болт затяну, когда опущу автомобиль. А в принципе, что еще? А подпущу я сейчас гидроопорой, подожму. Ну и раз уже
Снимал стабилизатор на рычаг, новые втулки взял. CVKD-13 фирмы CTR. Вот такие втулочки. Устанавливаю, вставляю на место стабилизатор и прикручиваю. Смажу втулки силиконом, здесь силиконом смажу. Резьбы здесь смазал смазкой и вставляю. Ставлю траверсу. Смазываю резьбу с обратной стороны. Также втулку силиконом смазываю. Беру монтажку и вот здесь аккуратненько, не сильно, чтобы не обломить штуцер. Поршень упираюсь, то есть в суппорт упираюсь. Все, наживил, затягиваю. Все, здесь все затянул. Осталось только поставить шплинт. И все. Замену рычага я произвел. На этом все. Всего вам доброго.